29 числа дан старт всем нашим мероприятиям по открытию курортного сезона. Город Керчь не остался в стороне и тоже участвует активно в этих процессах. Мы сегодня пригласили на набережную туристические фирмы для того, чтобы они могли показать тот потенциал, который есть на сегодняшний день, курортный потенциал, который есть в городе. У нас хорошо развивается в этом направлении событийный туризм, и в этом направлении тоже мы показали и представляем свои возможности города для туриста. Ставить оценки – это не мой уровень, конечно, но мы сделали все для того, чтобы курортный сезон в городе Керчи состоялся. Интерес к городу Керчь, когда сегодня это ворота Крыма, он очень большой со стороны туристов. Сильные стороны – это объекты туристического показа, это объекты, которые связаны с Великой Отечественной войной. На территории Керчи мы можем предлагать совсем различные маршруты для любой категории туриста, для детей, для взрослых, для семей, для молодежи. То есть это активные туры, исторические, культурно-познавательные. На самом деле Керчь надо намного больше продвигать среди туристов, и очень хорошо, что Министерство курортов, когда выезжало, проводило Дни Крыма в Краснодаре, Ставрополе, в Ростове, мы как раз говорили о ближайших городах со стороны Республики Крым, именно о Керчи, что это туры выходного дня.